Просто обожала свою сумку, когда я еду куда-то. Жду свой холодный кофе. А что ты на меня шипишь? А чего шипишь? Чего шипишь? Уровень милоты зашкаливает просто за 1000. Ты такой тут спишь, мусик. Да, давай ее. Венси, давай. Тайский бокс. Тайские коты тайским боксом занимаются. Короче, по поводу отдыха в Беларуси, я как бы не особо фанат отдыхать в Беларуси. Но я уже еще в прошлом видео говорила о том, что мне действительно нравится это место. Я считаю его просто одним из самых таких, как это сказать, курортов, что ли, летом. И почему-то вот эти горки напоминают какую-нибудь Украину. Вот. Разговаривала, кстати, вчера со своей подругой из Полтавы, но она сейчас в Нидерландах находится. Вот. Так скучаю по всем ребятам с поездок, на самом деле. Вот. Было очень мило поговорить. Может быть, я вставлю наш фотографию, где мы разговариваем, куда-нибудь сюда. Вот. Кстати, вон Лебельский смог. Блин, идти к нему, не идти. Я его фотографировала для... Я его фотографировала для своего инстаграма. Я оставлю, кстати, ссылку на инстаграм, наверное, где-то тоже под видео, потому что я тут резко поняла, что никаких контактов я там не оставляла. То есть у меня в Ютубе есть канал, но инстаграма там нет. Вот, я фотографировала на пленку, получилось отлично, просто вообще восхитительно. Там русалка сидит. Это русалка, которую мы заслужили. Вот смог очень круто. Ладно, я подойду ради... Так сказать, ради подписчиков нужно идти к цели. И тогда да. Итак, это Лепельский смог. Какое-то чудовище, типа лохнянского, только Лепельского. О, хвостик красивый. Не, вообще круто сделали. Вот, тут что-то еще написано. Смог. Тата белорусской мифологии главного дворового письменника Владимира Карткевича жил у Лепельского озера. То есть тут у нас жил Цмок. The dragon Цмок is the greatest in Belarusian mythology. Боже, я пытаюсь читать по Belarusian writer. It's Владимир Карткевич. It life in Lake Лепельское. Вот, тут на английском есть и на русском. Очень круто сделали. Приятно услышать хорошие положительные комментарии в инсте. А также
Там было много вопросов про то, почему я решила вести блог. Изначально, кстати, я хотела писать больше, чем снимать, но потом поняла, что сама не читаю блоги, из большего, естественно, я смотрю влоги. И поэтому, наверное, логично будет делать то же, что интересно самой мне. Вот. Сейчас опять слепили. Гуляю. Очень хорошая погода, солнышко, тепло. Кстати, наверное, было бы логично снимать формат вопрос-ответ, потому что я просто помню, что было вопросов 3-4 про ресницы. Меня спрашивали, кстати, сейчас перестала наращивать ресницы, потому что, ну, возможно, еще последний раз наращу, но скоро мне на контракт лететь, и там же наращивать ресницы мне нельзя. Вечером куда круче смотрится. Спасибо большое за просмотр. Всем хорошего окончания лета. Пока-пока. Короче. Ra 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 ra.